Un grup de cetățeni belaruși a fugit din țară după ce acolo s-a desfășurat un referendum care i-ar permite lui Alexandru Lukashenko să-și întărească puterea, iar Rusiei să depoziteze acolo arme nucleare. Ajunși la Chișinău, belaruși au manifestat în fața ambasadei Republicii Belarus, cerând să nu se implice în războiul rus-ucrainean. Далеко не все белорусы поддерживают политику нашего руководства. С территории Беларуси по Украине наносились удары, оттуда вошли войска. Но далеко не все белорусы согласны с этой политикой. Наша власть не большинство белорусов и даже незначительная его часть. Это группа военных преступников, которые должны ответить за свои преступления. И мы хотим заявить, что настоящие белорусы против войны. Am fugit de Lukashenko, fugit de tankurile de acolo și noi tot avem tankuri rusești, așa că lupta noastră se duce în Ucraina. E un dezastru total, e o mândrie, dar e foarte dezamăgit de tot ce se întâmplă și sper că pacea și se restabilească tot. Мы сделали сегодня, провели акцию здесь, в Кишиневе, белорусского посольства, чтобы выразить свое отношение к тому, что Беларусь на самом деле, настоящие белорусы, белорусы против того, что творит наше правительство, этот режим, который захватил нашу страну и сейчас помогает захватывать другие страны. Мы против военного вторжения России, против военной помощи Беларуси в захвате Украины. Cetățenii belaruși planifică să ajungă în unele din țările membre ale Uniunii Europene.